Всем белка! Сегодня с вами мама Катя Бельчик. И хочу вас предупредить всех, что сегодня я решила захватить этот канал. Но не одна. Со мной мой юный друг Могус. Ему 15 лет. Он очень любопытный. Вот пошла в мире животных. Он сегодня будет готовить вместе с нами. Ну, если, конечно, получится. Друзья, на самом деле все в порядке, я здесь, но мама правда решила ненадолго захватить канал. Мы тут недавно выкладывали пиццу. Мама захватывает канал. Выкладывали пиццу по фирменному маминому рецепту, и вы очень просили, чтобы она его приготовила. Ну, естественно, в рубрике «Домашний против магазинного». Мам, что за пицца сегодня будет? Сегодня пицца. Сегодня у нас будет пицца с ананасами, с куриным филе. Называется как? Я не знаю, как называется. Гавайская. Гавайская! Ух, как я вспомнила! Бабушка, вспомнила ты. Для нее нам понадобятся продукты. Собственно, сама мука, соль, оливковое масло, сахар, куриная грудка, лучше было бы филе, но, видимо, в предпраздничные дни все в магазинах смели. Сейчас все сели на ПП, поэтому просто куриное филе его в магазинах не достать, вот осталась последняя грудка. Остальное все жирное мясо. Нет, свежее сегодня покупала. Ты покупала сегодня, это понятно. Понадобится лук, 3 вида сыра. А два из них моцарелла и один, ну, любой. А можно моцареллу одну, как вариант? Нет. По моему рецепту две. Все понятно, все, не отклоняйся от рецепта. Ну, так просто вкуснее. Да. Одна для запекания, а вторая, она просто дает еще нежность. Вот, быстродействующие дрожжи, томатный кетчуп, маслинки, вот, и ананасы. Супер. Ингредиенты вообще самые элементарные, которые есть в каждом магазине. Вот, приготовление тоже элементарное. Присоединяйтесь вместе со мной, будем готовить, а потом есть. Мама, а с чем сравнивать-то будем? А, для сравнения мы сегодня закажем гавайскую пиццу в... Пиццерии. Я думала, конкретно в какой-то. Нет, мы не рекламируем пиццерии. Понятно. Мы просто едим. Мы рекламируем мамину еду. Вот, точно. Вот, домашняя еда. Так, таймер. Так, сейчас, ребята, мы включаем таймер. Вот. И начинаем готовить. Так, для начала мы берем куриную грудку. Берите лучше филе. Да, берите лучше филе. Чтобы не париться. Чтобы не париться. Но за неимением для целого поддона пиццы, для целого противня, нам достаточно одной половиночки. А если больше курицы? Не надо, он будет суховато. Снимаем кожу. У кого с кожей. Вот, и вот этого кусочка достаточно, мы его просто ставим варить. Ну, экономно вообще получается. Да, очень экономно получается. Моем. Вот хоть наконец-то мама помоет курицу, не то что я. Вот, кладем водичку. Да. Так. Вот, все. И все. Минут 20, не больше. Может быть, даже 15. Потому что она, если вдруг даже будет чуть-чуть розовенькая, она дойдет в духовке. Начинаем готовить тесто. Мам, можно спросить? Все всегда боятся готовить тесто. Ребята, тесто в пицце – это вообще самое элементарное. Сейчас я вам покажу. Для этого не надо ничего, никакого умения. Вот. Берем любую емкость, которую удобно будет размешивать. Нам нужно 350 граммов муки. Обязательно просеивать. Зачем просеивать? Обязательно просеивать, потому что тесто должно дышать. Если муку не просеять, тесто будет подходить очень долго и может быть не настолько вкусным. Сейчас я убавлю тут еще параллельно огонь на нашей курочке. Ребят, я, наверное, пока заказывать начну, да? Да, ты заказывай, а у нас тут своя кухня. Все, 250 грамм. 200, ну, 257, ничего страшного. И добавить где-то 220 граммов воды. Теплый. Водичка должна быть теплая, но не горячая. Вот так все. Чтобы наши дрожжи подходили. Вот. Теперь берем пакетик дрожжей. Быстродействующие дрожжи. Вот, их не надо замачивать, с ними ничего не надо делать. Просто высыпаем эту пачку вот сюда.
Да. Нам нужна будет столовая ложка оливкового масла. Это вот, все, столовая ложка. А растительное можно? Лучше оливковое, потому что вся итальянская пицца готовится на оливковом масле. А, то есть мы итальянские. Да, ну, мы готовим итальянские. Ну, что-то же у нас должно быть, кроме моцареллы и... Российской. Да, российской моцареллы, да. Вот, добавляем сахар. Столовую ложку, немножко. Сахарный песок. Последний в доме. Да, потом пришлось бы нам кусковые размачивать. И где-то вот, ну, небольшую щепоточку соли. Все. Ребята, все, наше тесто готово. Да. Да, наше тесто готово. Все, убираем весы, они нам больше не пригодятся. Вот, и начинаем вот здесь вот размешивать. Если вдруг нам мы почувствуем, что нам маловато водички, значит, мы добавим водички. И если мы почувствуем, что нам маловато муки, значит, мы добавим муки. Да, муки немножко маловато. А сколько я муки положила? Надо было 350. А я 250 положила, да? Ну, чуть-чуть ну, ошиблась. Узнаем потом на монтаже, сколько положила. Ну, вот примерно 100. Вот. Идеальная консистенция теста. 350. 350. Да. Ну, чуть-чуть перепутала, да. Просто с водой перепутала. Миска нам тоже больше не пригодится. Из миски мы тесто выкладываем на стол. Вот. Очищаем ручки. Очищаем. Вот. Немножечко муки возьму на руки, чтобы мука, тесто скаталось с пальцев. Вот. И все, ребята, мы начинаем тесто вымешивать. Делаем это, ну, буквально минуты 2-3. Больше нам этого делать не надо. Просто мы его, вот все вот то, что вот есть у нас на столе, оно у нас должно в единый комочек превратиться. Пицца заказана! Супер. Я особо не рада. Супер. Я твою жду. Ну ничего, она же тоже быстро подоспеет. Ну, конечно, не так быстро, как в Додо, потому что у них уже... Мам, ну ты что рекламируешь? Ой, пицца у нас, конечно, будет подольше готовиться, чем в пиццерии. За углом. За углом, да. И за продуктами, конечно, мы ходили дольше. Но, ребята, поверьте, результат будет... Все, ребята, все. Вот все комочки у нас, все крупиночки муки... У нас сошлись воедино. Теперь мы должны выложить это в тарелку, которую закрыл оператор, которую мне надо взять в полке. Кладем в тарелочку. В другую тарелочку мы наливаем тепленькую воду. Не горячую. Нет, горячую нельзя. Тесто заварится, она не должна вариться. Вот, это важно. Да, это тоже важно. И не холодную. Потому что тесто должно подходить именно в теплой воде. Вот. Все. Кладем тесто и закрываем полотенчиком. Вот у кого есть с такой веселой собачкой, вот с такой вот, да, нет, вот с такой вот, вот. И она получится, пицца получится вкуснее, потому что собаки очень вкусно готовят пиццу. Это на Юточке проверено. Все, я теперь мою руки. Если у вас нет полотенца, можете, в принципе, вообще выключать видео и спать. Да. Не надо даже начинать. Угу. Тесто подходит, курочка варится. Мука нам для теста больше не понадобится. Поэтому у нас грязной работы не будет. Мы сейчас займемся приготовлением начинки. Для этого мы возьмем лучок. Достаточно будет одной луковки. Ну, как бы по вкусу. Мама, вкусно же, если бы у нас была фиолетовая луковичка, да, салатная? Да, если была бы салатная луковичка, мы добавили салатную. Она мы все съели в предыдущий раз. Вот. Фиолетовый лучок, он смотрится красивее. Мама, тесто сколько будет стоять? Пока готовится начинка. За то время, пока приготовится начинка, тесто уже подойдет, будет готово. Его остается только выложить на противень. Вот. Убираем попочки от лука. Они не нужны, они жесткие. Стараемся помельче нарезать лучок. Пришлось это из чадиада вынести на балкон, потому что мама уже начала плакать и чуть не сорвался захват канала. Открываем маслинки. Оператор. Нужно слить в раковину. Оператор. Опа. Прямо как фигурное катание. Мы, конечно, не будем заниматься тут фигурной резкой. Это абсолютно не нужно. Под сыром их все равно особо видно не будет. Достаточно будет таких колесиков на 3 раза. Ну, в зависимости колесиков. Колесиков, да.
Вот. В зависимости от размера маслинки, их может быть и 2, и 4. Вот. Ну, здесь вот средний размерчик. А еще ставьте хэштеги. Колесики или кружочки? В жизни колесики не говорила. Я тоже. А вот на камеру сказала. Маслин много не бывает в пицце. Поэтому можете покупать банку любого размера. Пока варится курочка, мы включили противень. Духовку. Мы включили духовку. Вместе с противнем, не надо так делать. Вместе с противнем, да. Вот, успели его вытащить, чтобы он успел остыть. Вот. И продолжаем готовить пиццу. Дальше будем мы натирать сыр. Для этого мы возьмем... Сыр. Сыр. Как ни странно. Терку. И будем тянуть. И будем тянуть. А вообще покупайте уже терки, чтобы еще быстрее было, да? Да, можно купить терки, но после новогодних праздников все закончилось. Да, все закончилось. Вот. На крупную терку мы натрем прям немного сыра. Любой сливочный сыр. Вот. Его много не надо, потому что он образует тогда плотную корку. Вот. Для пиццы хороша моцарелла, потому что этот сыр, он специально для запекания. Половину этого кусочка будет достаточно на целый большой противень. Но без него тоже вкус будет не настолько ярким. Да, вот этого достаточно. Курочка у нас сварилась. Мы ее выключаем. И кладем на тарелку охлаждаться. Все. Это вот 2 миссии закончено. Все. Вот, а я вам хочу даже показать тесто. Вот смотрите, такого маленького комочка за то время, что мы готовим, вот уже такой. Сейчас он разрастется еще больше. Берем сыр моцареллу, порезать сначала пластинками, а потом, ну, наверное, на 2 или на 3 части. Все равно все в итоге расплавится. Да, оно расплавится, просто нам будет надо равномерно его распределить по нашей пицце. Замечательный, изысканный пицца-пирог. Итальянская пицца. Итальянская, потому что масло растительное итальянское. Наше растительное масло итальянское. Мы его привезли из Италии 10 лет назад. Поэтому оно с 10-летней выдержкой. Вот. Фантазер, ты меня называла. Он запанит потом наш видос. Мы так реалистично спели. Это точно. Причем, я думаю, это сделает Николай Басков. Вот. Ну все, мама пошла в советскую эстраду. Этот сыр мы тоже режем такими небольшими долечками. А ты какой больше любишь сыр? Тот или... А смотря для чего? Для еды. Ой, я весь люблю. Но вот этот сыр вообще он очень хорошо для салата капрезе. Теперь мы открываем ананасы. Кстати, тут на днях Катя говорит: родители, почему у вас такой страшный консервный нож, который выпустили еще до революции? Говорит, такими ножами уже не выпускают, уже ничего не открывают, их даже не выпускают. Вот. На что глава семейства и сказал, что в 21 веке уже все банки с ключами. Вот. Поэтому мы сегодня 2 дня назад купили вот этот новый консервный нож. И я сейчас буду вместе с вами, ребята, в разные стороны пытаться им открыть. Задача не из любви. Это было вообще самое сложное. Да, это было. Если готовить эту фигня, вот ананасы, да, открыть. Ананасы открыть. Жалко, не продаются открытые ананасы. И где банки с ключами, которые глава семейства пообещал? Вот это тоже вопрос. Ой, ребята, я почти это сделала. Я, правда, чуть не сломала все пальцы. Но я это сделала. Я справилась, ребята, я молодец. Кто молодец? Я молодец. Ой. Расскажи всем, как один раз я вылила, и ты меня чуть из дома не выгнала, что я сок ананасовый вылила. Вот расскажи. Сказала, что мне больше не дочь. Да? А что, дочери так не делают? Конечно. Вот, мы отжали ананасы, выпили ананасовый сок. Это важно. Это важно. Как с полотенцем, с собачкой. Да. И теперь начинаем заниматься. А, курица уже почти остыла. Ну, такая немножко тепленькая она, ну, почти горяченькая. Мы ее режем мелкими кусочками. После того, как ты вынимала противень горячий руками, я думаю, ты уже не чувствуешь даже, что она горячая. Там уже все пальцы затвердели. Ну, ее также порежем кубиками. У меня странное ощущение, что мы ее приготовим быстрее, чем пиццерия нам привезет. Тесто у нас подошло. Вот оно у нас какое пышное. Оно живет своей собственной жизнью. Для того, чтобы нам его разместить на противне, нам необходимо
налить растительное масло. Налить кисточку. Размазываем маслом по противню. Обязательно промазываем немножечко бортики, потому что пицца подойдет, тесто от пиццы. Нам необходимо типа, немножко смазать руки, для того, чтобы тесто у нас не прилипало к ладошкам. И мы его потихонечку собираем отсюда и переносим на противень. Теперь немножко еще поливаем руки. Поливаем тесто, чтобы ничего не прилипало. Кладем тесто посерединочке противня и начинаем вот ладошками, прям пальчиками разминать. Все, ребята. Пальчиками или ладошками? И ладошками, и пальчиками. Если у кого-то ноготки длинные, можно просто ладошками, чтобы тесто не порвать. Вот. Даже если вы где-то порвете, ничего страшного. Вы просто его соедините, и все, оно станет в первозданном виде. Ребята, все, наше тесто для пиццы готово. Вот. Проверяем еще, чтобы у нас все уголки заполнились. Вот, чтобы все было ровненько. Все. А вы что, подбрасывать не будете? Дальше. Вместе с противнем. Это я могу. Вот. Дальше мы берем. Сейчас берем. Мам, что у тебя сложность открывания? Я, видимо, в тебя пошла. Да, это семейная. Хэштег мама мастер открываний. Да. Сейчас мама еще будет мастер выдавливания. Выдавливаем кетчуп, ну, примерно вот столько, наверное, я думаю. Мама все время это делает на глаз. Также берем кисточку и размазываем. А если нет кисточки, то что делать? Я делаю ладонью. Угу. Делала, когда у меня не было такой замечательной кисточки. В пиццах из пиццерии краешки, они пустые, их невкусно доедать. А мы стараемся нашу пиццу сделать полной со всех сторон, да. Поэтому у нас даже... В семье идет иной раз война за краешки, потому что я на них кладу всегда много начинки, чтобы им не было обидно. Мы принесли наш лучок, который чуть, чуть не съел мне глаза. Вот сейчас мы его распределим по нашей пицце. Но просто главное, чтобы он был в каждом кусочке. А кусочки у нас обычно в семье пополам разделили с главой семейства, разрезали. И все. В трубочку свернули? Да, в трубочку свернули и все. Так, следом у нас идет курица. Я объясню, почему мы кладем курицу и лук под сыр, а не на сыр, как обычно делается в пиццериях, чтобы курица не высыхала. Вот, и чтобы лук у нас тоже он не был сухим, именно был прожаренным. Маслинки также мы распределяем. Ребята, в общем-то, можно пойти к успеху. Вот, стараемся тоже ровненько. Вот, в принципе, в общем, не обязательно. В животе все смешается. Да, в животе все смешается. Ну, так, конечно, если переизбыток, значит, мы куда-то докладываем. Вот, как я и говорила, что мы на краешки обязательно кладем, уголочки. Так, дальше мы берем ананасы. Вот, мои любимые ананасы. Вот и тоже распределяем. Обязательно я всегда кладу по ананасику там по два в каждый уголочек. Вот мне так нравится. Еще мне кажется, что пиццу в пиццерии, почему кладут слои наоборот? Для того, чтобы когда мы ее купили, вот, мы видели, что находится в ней. Потому что здесь мы закроем сейчас сыром. Вот, и у нас, ну, как бы скроется часть начинки. Легонечко присыпаем сливочным сыром. Он у нас всегда идет в первом слое. Потом берется моцарелка, которая именно для запекания. Мы ее тоже раскладываем равными так вот кусочками. Так. И между этими кусочками раскладываем уже там, где есть вот оставшуюся моцарелку. Вот. И, в общем-то, все, ребят. Наша пицца готова. Мы ее ровно сейчас через 5 секунд отправим в духовку. Вот, она у нас включена на 180 градусов. Мы ее предварительно разогрели. Все. Закрываем. И ровно 30 минут она у нас готовится. Вот эта огромная пицца через 30 минут будет готова. Да. Кстати, пишут, что наш курьер в пути. Но сегодня доставляет достаточно долго. Да. Уже 47 минут прошло. Да, 47 минут уже прошло. С учетом того, что мы еще где-то посуду мыли. Где-то болтали. Где-то болтали, да, батарейки меняли, там еще что-то. Кота. Мали меняли батарейки. Прятали кота, выгоняли с кухни, да. Так что все, терпеливо ждем. Терпеливо ждем. Все, наша пицца готовится.
Наша пицца готова. Мы еле дождались. Да. И дождались, ели одну и вторую. Эту пиццу принесли за 10 минут до того, как наша приготовилась. Поэтому мы отключаем духовку и достаем нашу красавицу. Вот такая красота у нас получилась. На камеру даже, наверное, шкварчание слышно. Вот сейчас она буквально 2-3 минутки подостынет, а мы ее будем резать. Мы не можем ждать. Давайте пока откроем. Мам, у тебя же руки уже ничего не чувствуют. Режь давай так, что ты? Уже курицу порезала, просто, видимо, обожглась. Давай так. А сейчас мы вам расскажем про цену. Вот эта пицца, которую мы заказали, она стоит 595 рублей. Наше произведение искусства стоит 420 рублей. Но, ребята, вы можете еще также оценить красоту, сравнить размеры, сравнить даже вот толщину, хотя ее видно невооруженным глазом. Вот, насколько, сколько человек можно накормить, допустим, нашей пиццей, сколько человек можно накормить вот этой пиццей. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Нет, абсолютно. У нас, конечно, еще надо бы колесико такое купить. Ну, мам, ну знаешь, колесико. У нас уже полотенце есть, кисточка. Нет, колесики у нас уже есть, они у нас уже из маслин. Это уже просто нож. Специально для пиццы. Это уже, мам, знаешь, излишество. Да, она, конечно, горячая. Поэтому еще пока немножко не отстает. Оператор опять закрыл тот стол, где есть лопаточка. Ну ничего, ребят, мы справились с ножом. Мам, ты уже руками все хорошо делаешь. Горячая, да? Давайте попробуем. Сейчас. Я не вижу твоего выражения лица, но чувствую со спины. Вкусненько? Ну, неплохо. Неплохо. Не могу... Что там в составе? В составе какие-то специи, которые прям вот... Орегано типа или что-то другое? Да, наверное, похоже на орегано, может быть, еще что-то. Ну, прям вот они вот забивают вкус всей пиццы. Ну, по мне, все ну, как бы специи, там, где есть, они делают вкус еды одинаковыми. Поэтому мы сюда не добавляли ничего для того, чтобы понимать, что там. Это сыр, это курочка, это там, маслинки, да. Вот. Теперь попробуем нашу пиццу. Она еще пока, правда, очень горячая, но... Я, конечно, не могу сама себя хвалить. Нет, хотя... Но я могу сама себя хвалить, ребята. Готовьте пиццу по этому рецепту. Вот, и вы никогда не прогадаете. Вы всегда будете сытые и довольные, румяные и красивые, как я. В нашей пицце курица получилась очень сочная, так как мы уже говорили, что она закрыта всей корочкой, там, ананасами. Вот здесь курица, ну вот вы можете ее сами видеть. Вот она сухая-сухая. Вот здесь вот, да, вот она вообще подсушилась, то есть она практически сухарики. Она очень тяжело жуется. Вот, ну и, наверное, это главное, что может испортить любое блюдо. Вот, ну, в принципе, пицца неплохая, если не есть курицу. Идеально просто. Да, ради ананасов. Ради ананасов, да. Неплохое тесто, неплохие ананасы. Чуть, может быть, поменьше бы специй. Вот, а так, в принципе, все прекрасно. Но наша лучше. Ну, наша лучше, да. Наша идеально. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Я очень старалась. Если вам понравился выпуск, то ставьте пальчики вверх. Ну, мам, ты такая молодец. Ребят, мы уже не можем ждать, мы уже так хотим есть, ведь я уже надкусила. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось, вы хотите больше мамы на канале, обязательно ставьте пальчики вверх. Вот такие прям большие. Вот. Нам прям очень понравилось. Ну, мне лично очень понравилось в таком выпуске сниматься. Надеюсь, вам тоже понравилось. Поэтому пальчики вверх, подписываемся на канал. Да, подписываемся. Всем белка. Всем белка. Пошли. Все, пошли. Закрывай. Закрывай свою коробочку. Закрывай.